Профессия библиотекарь знакома мне еще с детства, когда я в школе помогала школьному библиотекарю выдавать учебники. И уже тогда мне понравился этот удивительный мир книги. Мир книги увлек, но связывать с ним свою судьбу Дарья Мартинехина не планировала. Отдала предпочтение другой профессии, но ненадолго. Судьба привела девушку в библиотеку семейного типа номер 2. Мне нравится много книг. Ну, а вот я скажу, наверное, та, которую я недавно прочитала, и точнее не дочитала, это «Дом, в котором» Мариам Петросяна. Это современная литература, она довольно-таки специфическая, не каждому понравится, но мне она понравилась. Любит читать сама и прививает любовь к чтению другим. Впрочем, сейчас библиотекарь – это не просто человек, который выдает книги. Технический прогресс расширил границы возможностей. Сейчас в эру новых технологий мы должны вести социальные сети, мы должны проводить и мастер-классы, активные занятия и еще прививать любовь к книгам. Библиотекарь в настоящее время, в нашем 21 веке, это не просто человек, который выдает книги. Это, как я говорю, универсальный солдат, который абсолютно умеет все, может. Конкурс «Лучший библиотекарь» в Одинцовском округе проводится впервые. В нем участвуют сотрудники библиотечно-информационного и методического центра муниципалитета. Конкурс «Лучший библиотекарь года» состоит из трех этапов. Первый этап – это визитная карточка. Второй этап – это представление библиотечного проекта на продвижение книги и чтения. И третий – это культурно-массовое мероприятие. Профессиональное мастерство конкурсантов оценит строгое жюри. В его составе представители культуры и общественники. Самое главное пожелать не забывать о том, что библиотеки – это все-таки книги, а не только культурно-досуговая деятельность. Поэтому хочется действительно увидеть от вас какие-то новые формы, которые связаны в первую очередь именно с раскрытием фондов, раскрытием книг и как вы работаете непосредственно с чтением. Второй и третий этапы конкурса профессионального мастерства состоятся в конце апреля и начале мая. Имя лучшего библиотекаря Одинцовского округа 2021 года станет известно к профессиональному празднику конкурсантов, который отмечается 27 мая. Евгения Августина, Артем Ломонос, телекомпания «Одинцова».